там были. Я набрал себе 16 рублей, резиновый мячик и карандашик. Тихо-тихо, за верх не берись. Не-не-не-не-не-не-не. Это лучше не делать. Видно, лазит, артефакты оставляет. Я даже почти чистый. Ну ты только пузо подрал слегка. Нет, это мох. Не, вот с этой. Или это так у тебя всегда было? А, это да. Это я с тигром брался. То есть там можно еще, еще, еще. Короче, я заполз метров. На... Около 10, наверное, ты был. 10-12 край. Да, не больше. И пещера начинает заворачивать. И вот до следующего поворота. Угу. Еще метров, столько же, наверное. Метров 15, и она идет на расширение. Дальше она уходит по ходу вправо, я туда уже не пополз. То есть вот я заполз по прямой, угу. Идет чуть-чуть влево, я это лево просветил, а дальше уходит вправо. Надо запускать машинку с камерой. Который сразу справа, там глухарь. Че, давай фару. Выпили? Не знаю, не включается. Там ничего нет.